Так, такая встреча двух макеевских ребят. Подает Панкратов Александр на приеме Губанова Александра. 2-1 по сетам выигрывает Губанова. Вообще мощно. Саня, на нервах. Здесь идет встреча Харца и Елютенко. Тоже первый финал. А что все там играть? Саня, блин, вообще, блин. 2-1, да. Думал, что там гол, наверное. Ну, в общем, такое бывает, это такой розыгрыш. Ну, здесь какие красивые они такие. Ой, вообще, блин, сука. Мощняцкая встреча здесь. Говорит, нельзя, давайте этот сет, нельзя. Саня вообще, блин. Да ты смотри, а, какой блок, а. Какой блок, блин. Мяч вот он. 5-2 с подачей. Так, ну болеем здесь за красивый теннис. Так, тайм-аут. Хорошо. Так, Саня на нервах Панкратова. Опять сопля, говорит. Заебал, говорит, сопля, да. Так, Елютенко тут, да. А то выиграл этот сет у Харца. Стол, говорит, неприятен Панкратову. Отскок, неудобный отскок у него. Ну да, есть тут немножко разница в столах. Отскоки разные. Так, сейчас у меня еще встреча с этими двумя. Ну, конечно, тяжелые ребята. Отскок. Только волейбольную на мозге встречу. Ух. Девять шесть. Говорит, не баловаться, уже было такое. Так, 6-0. Так, победа 3-1 Губанова в этой встрече. Красивый теннис, молодцы. Здесь идет борьба.